Всем привет, это канал Бородач ТВ. Сегодня у нас в гостях Яромир Климчук, и я хотел бы ему задать пару интересных вопросов, как отец сыну. Ну что, можешь поздороваться в целом. Всем привет, дорогие друзья. Расскажи, пожалуйста, в какой школе ты учишься? 9-й. 9-й? А какой класс? 4-й. 4-й? Нравится учиться? Нет. Почему? Скучно. Ну, ты вот сегодня сказал, что... скажем так, тебе не нравится, что уроки начинаются слишком рано? Да. Почему? Потому что придется рано вставать, и ты не выспишься. Ну, можно пораньше лечь спать, по идее. Я уже так делал, но это не помогает. Не помогает, да? Да. А что бы ты предложил бы? Ну, хотя бы на 10 минут пораньше сделать. Ой, не пораньше, а попозже. Попозже? Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Какие у тебя любимые игры? Игры? Футбол. Что, в футбол играешь? Да. За команду? Свою? Да, свою команду играю. За свой класс или вообще играешь где-то? Ну, мы играем. Я играю за класс и просто. Против класса? Нет, не против класса, а против друзей. Против друзей? Да. Ты выиграл? Угу. Ну, ты же не один был? Да, не один. Понятно. А чем еще, во что еще любишь играть? Мне нравится плавать. Плавать? Да. В бассейн ходишь? Да. Ну, как, какие-то есть уже результаты? Да, есть. За сколько проплываешь 1000 метров? Ну, 1 километр. Пока я еще не считал. Нам скажут это. Что ты бы хотел бы вообще рассказать? О чем? Ну, сегодняшняя тема, я хотела бы рассказать о одном ученом, который изобрел вещь, которая лечит от рака людей. И тот, кто создал, его зовут Вильгельм Райх. Он сделал такую вещь, там камера, когда туда человек заходит, он вылечивается от рака. А как он это сделал? Он утверждал, что вокруг нас материя, и эта материя не проходит в наше тело, а в той камере проходит. Там сделано из железа и дерева вещи, вот камера. Она притягивает эту материю, и материя входит в наш организм, и эта материя может вылечить от рака. Почему эта технология, скажем так, не применяют сейчас? Ну, потому что это изобретение продали, потому что нужно было вылечиваться, ну, приказу нужно было его продать, чтобы вылечить других людей. А кому продали? Продали? Да. Ну, это мне неизвестно еще. То есть ты будешь разбираться в этом? Да. Так, то есть это изобретение продали, да? То есть эту да. технологию? Продали. Но что случилось с этим изобретателем? Ну, его, ученым. Он просто, да, ученым. Его просто посадили на всю жизнь. Остальные. Из-за чего? Это я тоже выясню скоро. Ну, а как ты думаешь, почему посадили человека, который в целом решил помочь человечеству? Наверное, потому что ну, кому выгодно было его посадить? Как ты считаешь? Ну, вот смотри, он хочет помочь людям, правильно? Да. А почему и, скажем так, его посадили? То есть, чтобы он не помогал людям, правильно? Получается. Нет. Или по другой причине, может? Это я не знаю еще. Вот видишь, не знаешь еще. То есть ты как бы немножко не подготовился, да? Но хотел об этом рассказать, правильно? Да. То есть ты подготовишься в следующий раз? Угу. Повнимательнее будешь? Да. Понятно. Что еще ты хочешь рассказать? О чем? О чем? Да. Ну... не я уже хочу рассказать, а мой друг. Твой друг хочет? Да. А он что, о чем хочет рассказать?
Ну, это узнаем в новом видео. С вами был канал Бородач ТВ и Яромир Климчук. Всем пока-пока. Ты уже все попрощался, да? Да. Ладно, хорошо, это у нас был краткий обзор. Мы решили попробовать пилотный выпуск и посмотрим, что будет дальше. Это, надеюсь, на то, что Ярик у нас в следующий раз будет более подготовленный. Вот, потому что у нас это действительно пилотный проект, и мы еще учимся. Вот, поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки под этим видео. Пока-пока.